И всем привет, ребят, с вами Старбак. я сегодня новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту. И сегодня мы вместе с вами заберем первую награду. Вчера у нас был первый день нашего замечательного ивента, и я все-таки совершил нужный обмен. Кто смотрел вчерашний видеоролик, тот видел, что мне не хватало одного э, предмета, чтобы закрыть полностью один э, танк и. С собрать сборку и забрать один приз. Ну и вчера этот обмен я совершил, чтобы сегодня как раз таки вместе с вами уже получить и забрать первый приз. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только в аккаунте всему личный так так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего ивента, то со вчерашнего дня в плане контрактов и получения каких-то дополнительных предметов у меня ничего не поменялось от слова совсем. То есть я не набивал дополнительные коробки, так как не было возможности, но зато сделал и совершил очень и очень хороший обменчик, чтобы сегодня вместе с вами как раз таки забрать этот замечательный э, приз э, получается у меня э, теперь есть все оранжевые есть возможность сегодня возможно таки сделать какой-то обмен по типу обмена гусениц на один из предметов в красном э, свечении можно так сказать да, чтобы тоже попробовать собрать вторую цепочку. Как вы знаете, тандем на страйкер у меня есть. И это единственный предмет, который я ни в коем случае не хотел бы, чтобы я получил с этого ивента. Тем более, если мне еще и этот, и этот предмет упадет с первого открытого. Да, то это будет вообще, конечно, какая-то тильтовая, конкретная темка. Поэтому давайте надеяться на лучшее. Ничего здесь затягивать не будем, видос. Просто начинаем собирать э, коробки. А, я так понял, что тут а, надо еще каждую по отдельности. Каждую по отдельности брать. Так, вы не можете обменять эту деталь, если вы используете для разблокировки силуэта. Ух ты, сюда, ребяточки. Мы забираем скин на диктатор. Это, по сути, ну, наверное, лучший предмет, который мне мог упасть. Из тех, что есть, за исключением, что там премка ключи. Премка ключи, ну, скин на диктатор это контент. Это прям контентик, это прям вот тот предмет, который я бы хотел получить. Это прям очень неплохо, и предмет сразу начисляется на аккаунт. Я уже видел, как выглядит этот диктатор э, в бою. И, э, ну, честно говоря, мое уважение то, как он выглядит, это довольно-таки достойно. Если взять еще, например, комбинацию с твинцом СП, если взять вот такую комбину, то мне кажется, что это вообще одно второе дополняет и выглядит прям максимально сочно. Прям очень достойный скин. Ну и с первого же, с первого же приза я его забираю успешно себе на аккаунт. Давайте, может, даже запикаемся в бой. Посмотрим немножечко на его внешний вид. Может, даже какую-нибудь меня быструю катку закинет, и мы ее даже полностью скатаем. Но выглядит прям очень прикольно. Прям очень достойный скин. И я надеюсь, что вы также в этом ивенте уже что-то интересное залутали. Нет, меня, к сожалению, запикивает в новую абсолютно катку. Так, ну и как он выглядит? Ну, красиво. Реально красиво. Реально достойный я видел уже в бою этот диктатор, и это, наверное, один из э, достойнейших э, скинов, который выходил за последнее время. Я хоть и не лютый фанат всех этих скинов, и не гонюсь там за каким-то скином, чтобы там получить его на аккаунт, но в целом равно это довольно таки приятная тема. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного диктатора, как он вам, пишите, как у вас складывается этот замечательный ивент, а я особо не потея, получаю уже первый скин на диктатора. Считаю, что это очень и очень отличный э, момент в рамках этого ивента и надеюсь, что и дальше мне не будет попадаться тандем на страйкеры. Мы заберем еще хорошее количество наград, ну и начнем уже лутать коробочки в ближайшее время. Пишите, что вы думаете, поддержите данный видос лайком, если вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.